Клеветали, что вот вы уже пенсионер, а вам приписали целый гарем из ваших активистов. А это не влияет на то, что я пенсионер. Лампочки в патронах без светильника. Да, и вот так вот по всем домам. Поднимитесь выше этажа, это вот так вот везде. Мы доказывали, говорили, жаловались во все инстанции. Давайте вызовем полицию. Вроде отчиталась управляющая компания, отчиталась. А иди проверь, попробуй. Все твердят нам о том, что мы собственники, хозяева своего дома, общедомового имущества. Перепутанных проводов, грязь, паутина. И они не закрываются. Они вот так вот у нас веревочкой перевязаны. То есть они должны быть на замке? Конечно. Все щитки должны быть на замке. Так у вас могут посторонние люди прийти и совершить диверсию? Не просто извините, наркоманы оставляют свои закладки и прочее. Я корреспондент, записываю сюжет по поводу жалоб жителей на УК «Молодежная». Я главный инженер. Главный инженер. Давайте с вами тогда пообщаемся на эту тему. Нет, это было. Что начала управляющая компания «Молодежная»? Они развешивали листовки, которые... Бросали в почтовые ящики. Они развешивали везде наглядно это самое, на объявление везде. О том, что мы... купленные, что Пузиков имеет здесь, значит, женщин, которые идут на поводу у него и все остальное. Мои помощники, совет дома, которые активно помогали, работали. Он в основном состоит из женщин. Из женщин, понимаете? Поэтому они мужчины прислушиваются Пузикова, прислушиваются, потому что у них такие вот интимные отношения и все остальное. Да. Когда приходили к чиновникам и говорили, вот у нас такое нарушение, такое и такое. Да. Как они объясняли тот факт, что они не заставляют устранять эти нарушения? Они говорят, что они не вмешиваются в коммерческую, да. В финансово-хозяйственную деятельность коммерческих организаций, не имеют права на это. Добрый день, спасибо, что пришли, мои дорогие. Молодцы, что выделили время, дорогие соседи. Никого не хочу обидеть, но начну выступление с древневосточной мудрости. Баранов стригут постоянно, львов никогда. Не то, что мы, вот наш дом поднялся, и мы это организовали. Это было желание... 18 домов пришло. Да, 18 сюда, домов было на митинг. На митинг. Все представители этих домов... Очень качественный ремонт подъездных дверей. И так поменялось, а это вообще... Вот хочу показать вам качественный ремонт, который продержался не больше года. Да, а вот еще смотри, вот там.
Я потом главу управы Мирошникова приводила после ремонта этого подъезда и показывала, какое качество ремонта, на что мне руководство молодежное прямо в глаза заявило: ну и гадина же ты, вот зачем ты его повела туда? Клевета. Новые. В почтовые ящики стали разбрасывать опять листовки о том, что Кузиков получил трехкомнатную квартиру. Понимаете? За наши, да, за перевод дома ему от обещано. Кого? От ЖБК. От будущей реализации, от будущей которую мы, куда мы собираемся туда, переходить. Да. Нажмите тревожную кнопку. Решение было принято только после того, как Владимир Константинович пробился на прямую линию к господину Придихину, именно на которой прямой линии господин Придихин рассказывал, как легко и просто перейти в другую управляющую компанию. 10 дней и все вопросы. 10 дней и все вопросы. Сколько у вас получилось? Два месяца. Ровно. Когда я вышел в эфир к нему, когда я ему сказал: Михаил, здравствуйте, это Пузиков, он мне сразу раз: слушай, вы такой активный, ты все, я говорю, чтобы не занимать эфирное время, скажите, когда вы меня примете на прием лично? Он посмотрел, говорит, в понедельник, это была пятница. И вот это придется устранять новой управляющей компанией. Не побоялись, взяли нас в таком состоянии. О состоянии подвалов уже вообще молчу.